В Ташкенте российские школьники завоевали больше половины наград на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Игнатий Тарабрин был удостоен премии основателя олимпиады Валерия Лунина. Российская сборная получила 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали. Всего в соревнованиях приняли участие более 90 школьников из 14 стран. Было разыграно 9 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых медалей. Международная Менделеевская олимпиада – одно из крупнейших соревнований старшеклассников по химии. Задания для нее готовят ведущие ученые и учителя химии. В жюри включают также победителей предыдущих олимпиад.